в отношении научного центра имени памяти Марии Васильевны Маруневич мы видим, что идет запланированная атака. И я не знаю, кто, хотя я догадываюсь, кто стоит за этими предложениями. Я считаю, что это научный центр является символом нашей автономии и идет потихонечку атака. Я далек от той мысли, что вы больше руководствуетесь правдой и законностью. Я считаю, что вы выполняете определенный заказ по этому поводу, именно нападение на этот орган, на научный центр. Люди занимаются своей работой, там специалисты, гагаузоведы, писатели, исследователи. И вы этими действиями, я думаю, что хотите взять контроль, руководство над этим органом. И я считаю, что в Кишиневе только будут рукоплескать, что гагаузы именно своими же руками этот орган неизвестно во что превратят. Хотя я уже догадываюсь, кто за этим стоит.